Активисты волонтерского центра «Единая Россия» общественного движения «Народный фронт» провели социальную акцию, в рамках которой доставили пасхальные куличи и наборы продуктов ветеранам Великой Отечественной войны и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Более 150 куличей, освященных в храме Серафима Саровского, получили от неравнодушных людей, волонтеров и спонсоров жителей Голицына. Об этом рассказал председатель фракции «Единой России» в Совете депутатов Одинцовского городского округа Вячеслав Киреев. Волонтерская работа в округе продолжается. Если вам необходима помощь, звоните на горячую линию соцзащиты.